Добрый вечер. У эфира программа «Новины тыдня». У студии працуе Наталья Ігнатенко. Глядите у выпуску. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков с рабочим визитом побывал на Гомельщине. У Беларуси отзначили День Мати. До свята у Гомельским областным объединении профсоюзов отбылось урочистое мероприемство. На пытанне нашего корреспондента Ганны Ковалевой с нагоды Международного дня стандартизации, які так само отзначался на гэтым тыдні, отказала наместник директора Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации Галина Кацуба. Зараз об гэтым іншым больш подрабязна. Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков с рабочим визитом побывал на Гомельщине. У Светлогорском районе керавник урада ознайомился с ходом выканання мероприемствов по реализации указа президента номер 253, які накіраваны на финансовое оздоровление сельгаспрадприемствов. У Речицким районе была закранута тема реализации инвестиционных проектов на некольких предприемствах. Об гэтым и іншым у нашем экономичном огляде. Михайловская агра с финансового пункта гледжения довольно тривалое сельгаспрадприемство. Выручка от реализации товаров за 8 месяцев бягучего года склала больше за 5 миллионов рублей, альбо 127% от узровню минулого года. Однако темпы больше худкого экономичного развития замаруживают кредиторские запазычности. Зараз сумма основного долга складает 52 миллиона. Тем не менее, иснующий бизнес-план позволяет разлишивать на его погашение за 2-3 года. Долг, любой каждый долг, значит, конечно, рулят. Но, по сути дела, и вместе с тем хозяйство имеет очень хорошие показатели по производству мяса, молока, зерна и корма. Основная тема визита премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова на Гомельщину – анализ доручения президента по выполнению указа номер 253. Документ накированный содействовать финансовому оздоровлению сельгаспрадприемств шляхом снижения кредиторской нагрузки, а миновито от терминовки платежов на 5 годов. Я хочу сказать, что это фундаментальное решение, которое позволит нам вывести ситуацию в агропромышленном комплексе в непростой макроэкономической ситуации, в которой страна находилась в последнее время, вот с учетом того, что мы уже произошла определенная текущая макроэкономическая стабилизация, выйти и на нормальные экономические параметры функционирования, прежде всего, сельхозпроизводителей. Першым у Рэшыцкім районе Андрей Кобяков наведаў беларускі газаперапрацоўчы завод. У мінулым годзе тут быў рэалізаваны буйны праект, які дазволіў цалкам аўтаматызаваць працэс перапрацоўкі газу і пачаць выпуск новай прадукцыі, запатрабаванай у сусветных вытворцаў нафтахіміі. Сёлета на заводзе перапрацавалі больш за 210 тысяч тонн прывазной і 73,5 тысячы тонн уласнай сыравіны. Далей размова аб выкарыстанні мясцовых відаў паліва, што, на думку прэм'ер-міністра, з'яўляецца асновай эканамічнай бяспекі краины. Будаўніцтва мини-ТЭЦ филиала Рэшыцкія электросетки дозволило заместить импортируемый провозный газ мясцовыми видами палива, а так само повялічыць надійнасць электро- и теплозабеспечения у городе Рэшыца. Окупаемость объекта показывает, что проектные цифры мы достигаем, поэтому порядка 29 лет окупаемость этого объекта на сегодняшний момент. Я думаю, что мы для Гомельской области дали возможность развиваться местным видом под добычей, я имею в виду, и торфяных брикетов, и по щепе, по всему. Мы создали здесь рабочие места, созданы. Ну, я думаю, что и по технологии, хочу подчеркнуть, что технология, которая сегодня применяется, это ведущая технология в Европе. Апошнюю программе рабочей поездки знакомство с деятельностью завода по вытворчести волокнистых плит. У вогуле, по словам Андрея Кобякова, новые древоопрацовчие вытворчести, которые были створены на базе открытых акционерных товариств «Гомельдрэў» и «Рэчыца Дрэў», в наступном годе могут выйти на бесплатную працу. Это магчыма у вынику правильных своечасовых решений, таких как поляпшение ассортимента выпускаемой продукции, снижение вытворчих затрат и повышение экспортной географии. Мы полагаем, что задача, которая была поставлена главой государства, о том, что мы должны производить продукцию высокой добавленной стоимости из собственного местного сырья, она не без трудностей, о которых, кстати, нам часто говорил глава государства, указывал, но тем не менее она будет реализована и практически уже реально реализовывается на вот этих конкретных предприятиях.
На минулым тыдню областным центре прошел масштабный форум «Бизнес-дни» у Гомеле. Удельниками стали представники деловых колов, гандлево-промысловых палат и дипломатичных миссий с амаль 15 краин света. Як у минулым годе, «Бизнес-дни» у Гомеле проходили у рамках выставы Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты «Бизнес у регионах». Причем на этот раз экспозиция сформирована с уликом интересов замежных делегаций, с открытием стендов не только промысловых предприемств, але и организаций, которые содействуют внешнеэкономичной деятельности банковских, страховых, логистичных. По великим рахунку для региона это махчимость больш глубокой интеграции у сусветную экономику. Тверска в Аргоне другой путь на пословным данным у Гомелу, как бы и стражила. Встречаться представителями и частных компаний наших, водоканала, ДСК Гомельского, где речь уже может идти о конкретных поставках продукции. Предварительно они изучили цены, условия работы. У программе «Бизнес-дён» пленарное посяджение работы 5 секций. Тематика самая актуальная. Новые аспекты ведения бизнеса у Беларуси, выкористание информационных технологий у бизнес-осяроди, подтримка предпринимательской активности молоди, супрацовництва гандлёво-промысловых палат. Зараз гэтые организации здольные наладживать международное супрацовництво менавито по тых накерунках, якія уявляюць наибольший узаемный интерес. В этом году мы провели уже более 4 встреч с субъектами малого и среднего бизнеса Беларуси. Достаточно активно сотрудничаем с представителями Могилевской области, Витебской области. И вот сегодня впервые принимаем участие в мероприятии, которое организует Гомельская торгово-промышленная палата. Традиционно Брянская область населена логистическими предприятиями. И традиционно у нас была развита, и то, что мы постарались не утратить и развивать дальше, это промышленность. Вот. Соответственно, в этих направлениях мы видим возможности сотрудничества между предприятиями Беларуси, бизнесом Беларуси и предприятиями и предпринимателями Брянской области. Сярод удзельнікаў сёлетніх бізнес-дзён у Гомелі шмат тых, хто прыязджаў на гэтае мерапрыемства летась. Не ў апошнюю чаргу гэта сведчанне эфектыўнасці правадзімай у рэгіёне работы па стварэнні камфортнага дзелавога клімата і ліквідацыі бар'ераў на шляху руху інвестыцый і працоўнай сілы. За год, які прайшоў пасля папярэдняга форуму, у рамках заключаных дамоўленасцяў партнёры паспелі абмяняцца візітамі і больш дэталёва азнаёміцца з магчымасцямі бакоў. Цяпер можна зрабіць наступны крок. Приняли мы также делегацию предпринимателей из Гомельского региона, и сейчас мы приехали продолжить этот диалог. Также мы готовы встретиться с руководителями университета, чтобы организовать сотрудничество между университетом города Риека и университетом Гомеля. Яшчэ 9 шматдзетных жанчын атрымалі ордэны маці на гэтым тыдні. Гэтая прыемная падзея адбылася падчас урачыстага прыёму жанчын кіраўніцтвам Гомельскай вобласці. Аб свяце, якое ў Беларусі адзначаецца ўжо 3-е дзесяцігоддзе. Матэрыял Алега Сінцюрова. Инициатива означать День Мати одночасово с церковным святом покрова Пресвятой Богородицы належала Белорусскому союзу жанчин. И вот уже больше 20 годов, 14 кастричника, уся увага мати. Во час урочистого приема керовництвом в области, еще 9 из них отримают ордены мати. Сегодня в регионе проживает криху больше 14 тысяч шмадетных мати. Причем у самой великой семьи Гомельской области выховывается 15 детей. До речи, самая великая колькость детей, народженных одной жанчины, 69. Этот рекорд был зарегистрирован у России 200 годов тому. Оператор машинного доения, наставник, медработник, продавец, домашняя господыня. И они разные по взросту и занимаемых посадах. Але кожная уже здесьняла свой самый головный у житти подвиг, народила и выховывая по несколько детей. Алена Черникова такую узнагороду отримала ранее. Сегодня у ее семьи 10 неполнолетних, половы за яких приемные. Как мы можем оставить ребенка страдать, если мы видим... если я сама мать, и я знаю, что такое, когда ребенок плачет, когда ему нужна мама, как я могу, допустим, пройти мимо лежащего ребенка в кроватке, который плачет и зовет маму? Я не могу. Кольки урочистых встреч, примеркованных до Дня Мати, прошло на Гомельщине, докладно не ведая, напевно, никто. На предприемствах и организациях кажут, что пришлось наут уносить коррективы в рабочий график. Причем только одним днем увага до женщин шмат день обмежевывается. У речи при любой экономичной ситуации для этого можно найти махчимости. Декретному отпуску я только вышла, у нас доплачивает по миллиону, каждый месяц дают. Ну и всегда, конечно, помощь. Вот и Дню Матери нас пригласили, поздравляют с
будут. И на помощь я пишу, всегда помощь оказывает. Тетяну Савину, до речи, запросили и на еще один урочистый прием у областного объединения профсоюзов. Организаторы кажут, что такое мероприятие проводить не первый год, а все равно хвалюется. У речи, незалежно от взрослого, у всем и детям. До того же День Мати, свято особливое, любви, добрыни и поваги до человека, який дает життё. Поклонение мати у вугле традиция, властивая у всем народам свету, причем с глубокой давнины, как оборонцы домашней утульности, продолжальницы роду и захованницы семейных традиций. У всех есть желание иметь мальчика и девочку. Ну, а потом не получалось у меня девочки. Сначала родилось 3 мальчика. Когда поняла, что беременна 4-м ребенком, была уверена, что будет дочь. Ну, получился сын. 4 сыночка и лапочка-дочка. Олег Сентюров, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». На гэтым тыдні адзначаўся міжнародный дзень стандартызацыі. У Беларусі яго святкуюць апошнія 24 гады. Увогуле ў свеце сёння існуюць сотні стандартаў. І нават не заўважаючы таго, з многімі з іх мы сутыкаемся штодня. А вось як на самой справе пераканацца ў тым, што абраны тавар адпавядае ўсім стандартам? Гэтае і іншае пытанне наш корэспандэнт Ганна Кавалёва задала намесніку дырэктара Гомельскага цэнтра стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі Галіне Кацуба. Галина Хамитовна, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, Международный день стандартизации – это все-таки как бы ваш профессиональный праздник, да? Поэтому хочу вас, конечно же, поздравить, пожелать вам успехов на трудовом поприще, благополучия в семье, ну и, конечно же, здоровья. Спасибо крепкого большое. И успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо большое за поздравления. Ну и расскажите нам вначале, пожалуйста, вот на сегодня, с начала этого года, сколько в нашей стране появилось новых государственных стандартов? С начала 2016 года внедрено более 1000 стандартов. Это стандарты в области, в основном, таких отраслях, как машиностроение, химия, нефтехимия, продовольственное сырье, пищевые продукты. Есть масса стандартов, которые как технические условия на продукцию, так и на методы контроля внедрены новые. Не стоит на месте и стандартизация в области услуг потребления. Введен новый стандарт на услуги парикмахерских. Готовится к принятию технический регламент Республики Беларусь, обслуживание транспортных средств в автомастерских. Вообще, как вот покупателю понять, что товар, который лежит на полке, он соответствует всем государственным стандартам? Вот как определить, как узнать это? О соответствии продукции требованиям того либо иного стандарта говорит в первую очередь маркировка. И если вы на маркировке видите, что продукция замаркирована ГОСТом, СТБ, либо ТУ, и на ней стоит знак соответствия ЕАЭС, это соответствие Евразийского экономического союза, или знак СТБ, это соответствие национальной системе подтверждения соответствия, то есть стандартам Беларусь, то эта продукция прошла процедуру оценки соответствия, и ее можно употреблять, она безопасна и качественна. В настоящее время существует две формы подтверждения соответствия, то есть сертификация и декларирование. А как вообще у вас проходит вот этот процесс сертификации, как он протекает, как обратиться к вам, что для этого необходимо? Для того, чтобы засертифицировать продукцию, нужно просто обратиться к нам в орган по сертификации продукции либо услуг, заполнить соответствующее заявление, заявку, оставить прилагаемые документы, которые необходимы для проведения процедуры сертификации. И далее, если это процедура сертификации, то эксперт-аудитор рассматривает заявку, рассматривает все прилагаемые документы, составляет программу испытаний в соответствии с требованием нормативных документов, выезжает к изготовителю либо заявителю на место хранения образцов, отбирает типовой образец для проведения испытаний, передает его в испытательные лаборатории либо центры. При получении положительных результатов оформляет сертификат соответствия. Но это я сказала у партии продукции. Если же мы проводим сертификацию серийного производства, то тут чуть другая схема. Здесь уже предусмотрена оценка производства, оценка состояния производства. А, ну вот, скажем, за последние полгода доводилось ли отказывать вот людям в сертификации? И вообще, сколько сертификатов было выдано вот за этот период? За последнее время органам по сертификации продукции и услуг Гомельского ЦСМС выдано порядка 360 сертификатов соответствия. Как таковых отказов в сертификации не было. Отказывается в сертификате только при наличии отрицательных результатов
при проведении испытаний. Если устанавливаются какие-то несоответствия по ходе оценки производства, то предприятие дается время на устранение несоответствий, и далее уже выполняются работы по выдаче сертификата. Галина Хамитовна, вот интересно узнать, насколько наши отечественные стандарты приближены к европейским, международным? Вот расскажите, пожалуйста. Из вновь принятых в 2016 году более 1000 стандартов, почти более 50% из них гармонизированы с международными либо европейскими стандартами. Выпускается новая продукция, новые виды продукции, и, соответственно, методы контроля к ним применяются более совершенные. Что ж, Галина Хамитовна, спасибо вам большое, что вы нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо большое, Анна, что вы к нам пришли, что вы уделили время нашей организации, поздравили нас с профессиональным праздником. И в преддверии нашего праздника хотелось бы пожелать всем успехов в работе, профессионального роста, ярких и позитивных идей, новых направлений и видов деятельности. Ну и, конечно же, всем крепкого здоровья, успехов, тепла, уюта и добра в ваших семьях и в наших тоже. Штогадовую справаздачную выставу членов Гомельского отделения Белорусского союза мастаков презентовали у выставочной зале картинной галереи Гаврила Ващенки. А у палацы Румянцевых и Паскевича открылся интерактивный проект «Лазерный лабиринт». Больше подробно об культурных подеях минулых 7 дней расскажет Вероника Ворошилина. Экспозиция «Полесский калейдоскоп» у картинной галереи Гаврила Ващенки объединяла больше за полсотни работ, створенных за прошлый год. Выставочный проект стал абсолютной премьерой. У всех этой работы ранее еще не день выставлялись. Роберт и Виктор Ландарский, Виталь Денисенко, Александр Костюченко, Светлана Курашова и многие иншие. У списи авторов можно знайти немало ведомых имен. Разом с тем, в этом году упершиню махчимость выставиться у одним шерегу с высокими майстрами пропоновали и молодым талиновитым мастакам. Вы можете здесь увидеть пейзаж, натюрморты, архитектуру. Авторов очень много. На улице уже такая глубокая осень. А художники со своими произведениями, я думаю, порадуют зрителя своим оптимизмом. Я благодарна всем, кто выставился. Молодцы. У библиотеки имени Герцена отбылось открытие выставы «Митрополит Антоний Сурожский. Житё для меня Христос». Человека, якому присвящена экспозиция, называли голосом православия 20-го стагодия. И он народился в 1914-м. Пережил тяжкое эмигрантское дятинство. Был французским фронтовым урачом, наставником, монахом, святаром у Англии. У 1961-м смог вернуться у СССР у якости епископа. Стал ведомый во всем свете, как выдатный пастор-проповедник. Над этим биографичным проектом працавали богословы, историки, студенты из России, Беларуси, Украины и Италии. Упершиню выставу представили на одном из наибуйнейших европейских фестивалей у итальянском городе Римени. Были созданы группы в Москве, в Минске, в Киеве, в Харькове, в Милане, студенческие группы, которые работали над этой выставкой. Работа длилась год, был отдельный семинар в Италии. Действительно, работали самые лучшие дизайнеры. И, может быть, эта выставка как раз интересна не только содержанием, но и тем, как она родилась, потому что, может быть, для выставки очень необычно то, что сейчас предложена такая карта путешествий. А у палаца Румянцевых и Паскевича открылся интерактивный проект «Лазерный лабиринт». Займальный квест у стиле Джеймса Бонда запрошает детей показать свои здольности и весело провести час. Сутность проекта у тым, что каждый удельник переодолевает полосу перешкод, якая складается из множества лазерных променёв. Первыми протестировали новинку першоклассники средней школы номер 3. Такий квест не только радует ребят, але развивает спрыт, гнуткость и гемливость. Ребятам очень-очень интересно совмещать двигательную активность с активностью, которая позволяет им что-то узнать. Ну, в частности, сегодня, например, мы познакомили их с Минотавром, обитателем знаменитого Кносского лабиринта, и с некоторыми другими представителями древнегреческих мифов и легенд. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, телерадио компания «Гомель». На наступном тыдні Микита Скачков и Степан Каешкин представят в области на всероссийском турнире по греко-римской борьбе, который пройдет в Тюмени с 20 по 22 кастрычника. Об інших значных подеях со спортивного життя региона расскажет Дмитрий Котов. Чемпионат Беларуси по хоккею зараз у самым разгары. На наступном тыдні аматоры этого вида спорта смогут убачить черговые гульни. Представники нашего региона, хоккейный клуб «Гомель» и жлобинский «Металлург» свои поединки проведут на выезде. Вогненные рыси сгуляют 20 и 22 кастрычника с Могилевым и Брестом отповедно. С этими же суперниками померяются силами и сталевые волки.
Подыходит до своего завершения гульни первой лиги чемпионата краины по футболе. Футбольный клуб «Гомель», который гарантовал себе прописку на будущий год у высшем дивизионе, у неделю будет принимать на своем поле футболистов с Маргони. А «Гомель» «Желдартранс» отправится у Светлогорск, где сгуляя с мясцовым химиком. 19 кастрычника жаночий гандбольный клуб «Гомель» у рамках чемпионата Украины будет принимать гродинскую городничанку. А проз три тыдни в областном центре отбудется поединок сярод мужчинских команд. На пляцовце сустренутся гандбольный клуб «Гомель-2» и гандбольный клуб «Витязь» из Витебска. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працавала Наталі Ігнатенка. Я і мае калегі жадаем вам добрага вечара. До новых сустрэч у эфіры.